И будет он в манеже. Рады вас всех приветствовать, рады нашим гостям из разных городов России, из разных стран, те, которые приехали к нам издалека. Мы будем приветствовать все эти дни наших дорогих посетителей, которые, надеюсь, не только посмотрят, но и приобретут произведения старого искусства. У нас роскошная совершенно экспозиция икон начала прошлого века, благодаря нашему сотрудничеству с музеем Рублева. Не так часто нам удается так конструктивно сотрудничать с государственными музеями. Надеемся, что экспозиция вас порадует. Уже первые выходки говорят о том, что экспозиция очень хорошая, очень много хороших вещей, ну и много приятных дней на этом антикварном салоне. Уже есть продажа. Иконе Серебряного века. Мы хотим вашему вниманию представить великолепную певицу Калиду, которая сама расскажет о романсах, которые она будет петь, но они все созданы на стихи поэтов Серебряного века. Спасибо огромное. Мы хотим представить вам авторскую программу нашего современника Николая Лесунца на стихи поэтов Серебряного века. И попытаться переосмыслить современным языком музыки то, что написано. И первое стихотворение, которое мы будем исполнять, это Константин Бальман «Золотая рыбка». Своими учителями в поэзии Константин Бальман считал все вокруг: усадьбу, в которой он вырос, пруд, цветы, птицы. И вот такое из мира грез. Из окна своего дома он наблюдал, как через бухту,
написала Карелия, и вот такая вербальная картина под названием «Светлая аллея». Потолки расписаны.
Серебро, огни и блестки, цвели из серебра.
лугах горят березки черномолые вчера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Экипажи пешехода на лазуре белый дым. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний жизни с грозою играет. Они очарованы, это мир из серебра. Это мир очарованы, этот мир из серебра. Спасибо.
Thank you.